спортивном комплексе корпуса гуманитарных факультетов МПГУ состоялся традиционный Кубок ректора по волейболу. В этом году кубок был приурочен 150-летнему юбилею университета. Я очень рад всех приветствовать в нашем университете накануне такого славного юбилея, который является праздником для нашего университета. И мне очень приятно, что наши вузы, партнеры, братские вузы пришли сегодня к нам сюда, чтобы в преддверии юбилея также отметить спортивный праздник. Мы хотим пожелать вам всем успехов в борьбе. Будьте целенаправлены, проявляйте волевые качества, боритесь за каждый мяч. И я думаю, что победа всегда будет с вами. Итак, наш Кубок ректора объявляется открытым. В соревнованиях приняли участие женские сборные разных университетов. Это Московский государственный педагогический университет, Российский университет дружбы народов, Российский экономический университет имени Плеханова и Московский педагогический государственный университет. Команды сыграли по круговой схеме с итальянской системой подсчета очков, что позволило объективно определить победителя турнира по волейболу. Несмотря на общую дружелюбную атмосферу, на площадке царил дух здорового соперничества. В непростой, но весьма увлекательной борьбе первое место заняла команда МПГУ, что стало настоящим подарком к юбилейному дню рождения университета. Спасибо всем командам за дружелюбную атмосферу и здоровый дух соперничества.